Всем привет, ребята. Хотел бы сегодня поговорить о том, что то, что нужно вам срочно поговорить, ибо мы будем ничего не делать. Ну, просто хочу высказать свое мнение на реальности. В общем, такая ситуация, что сегодня погода классная. То есть в том плане нет дождя, нет серости, а солнечная именно погода в городе Сочи. Немного прохладно, но зато кайф. Вот как вы думаете, вот нужно же потренироваться, по идее, в такую погоду, да? Но нет. Организм говорит: слушай, давай с ней покайфуем, отдохнем, погода классная, не стоит тренироваться. Представляете? Я в шоке от самого себя. Вот куда тянет наши мысли? Куда тянет комфорт? Неужели все получается, надо все бросить? Я так не считаю. Понимаете, надо всегда задумываться о том, что бывают моменты, когда, ну, ты понимаешь, как бы говорит мозг или тело, там, устал, не хочу, надо... Ну, в общем, ничего не делать. В этот момент, ребята, я считаю, нужно как-то перебаривать себя. Нужно срочно себя заставлять. Ведь мы же хотим жить в долгую перспективу, да? Нам нужно над собой работать. Нам нужно тренироваться. Хотя бы элементарные, простые упражнения делать. Потому что постоянство, стабильность в этом и есть заключается, что ты постоянно что-то делаешь. Ты растешь постоянно. Если ты ничего не делаешь, ты деградируешься. Тебе сложно потом опять привыкать, втягиваться, как говорится. Нужно постоянно тебя заставлять делать. Ну, опять же, я рассказывал на одном видеоблоге. Находить нужно, конечно, изюминку в себе. Чтобы постоянно мотивироваться. Ну, ты постоянно мотивировался, да? И кайфовал от этого. Но все равно бывают моменты, ну, хочется как-то расслабиться. Парадокс. Ну это ж ничего не дает тебе, по сути. А вот если ты потренируешься, то будет же классно, согласись. Ведь же ты молодцом будешь. Вот я считаю... Считаю, это нужно себя перебаривать и заставлять. Но если у тебя не получается, так задай себе вопрос. Как себя заставить? Поговори с собой. Убеди себя, что тренировка – это плюс. Нет тренировок – это минус. Плюс – это вверх, минус – это вниз. Понимаешь? Кем ты хочешь быть? Здоровым или больным и слабым? Вот и все. Весь ответ, понимаешь? Если ты себе скажешь, я хочу здоровым быть, окей, значит, надо тренироваться. Все. Выбор за тобой. Все в голове. Все в наших... Все в нас это, понимаешь? И нам нужно настраивать себя постоянно. Ну, такая жизнь. Она же не всегда будет идет в гору, да? Не всегда все гладко идет. Бывает момент, что ты падаешь вниз, но в этот момент нужно подниматься. Вот. Вот за это я люблю жизнь, что ты должен постоянно над собой работать. Ты должен себя постоянно заставлять, себя как-то вдохновлять, искать плюсы. То есть позитив, вот это самая положительная энергия. Вот, ребята, все, я пошел, короче, надо как-то потренироваться. Будьте здоровы, сильны, крепки, самое главное. Вот чему я хочу донести на моем канале. Вот, мысль, чтобы вы понимали, что нужно работать над собой. Поставь лайк, ну, если не трудно, ну, можешь дизлайк. Напиши свое мнение, подпишись и колокольчик не забудь, чтобы не пропускать следующие видео. Ну вообще, если вы будете смотреть активно и
на моем канале, то я буду вдохновлен, и я буду еще многие ролики делать. Ну, также можешь написать уж, какие вопросы, и могу тоже сделать следующий видеоблог. Фух. Вот сейчас даже поговорю, мне даже уже хочется уже тренироваться. Огонь.